Очень простой рецепт невероятно вкусного торта. Шоколадно-арахисовый вкус напоминает всем известный батончик Сникерс. Готовится торт очень быстро, но лучше дать ему время на пропитку. Торт получается невероятно вкусным и нежным. Воздушные мягкие шоколадные коржи и нежный сливочный крем с ореховым вкусом. Для крема используйте несладкую арахисовую пасту, в нее более яркий вкус. Если возьмете пасту с рубленными орехами или кокосовой стружкой, вкус будет еще более ярким и интересным. Попробуйте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте в глубокой миске просеянную с какао-муку, сахар, соль и соду. Влейте масло и молоко, вбейте яйца. Включите миксер на среднюю скорость и хорошо перемешайте все составляющие. Добавьте в тесто ложку уксуса, вкуснее будет с бальзамическим, и еще раз проработайте миксером. Разлейте тесто по двум формам диаметром 18-20 см, выпекайте минут 15, до сухой лучинки. Не пересушите коржи. Остудите коржи на решетке. Они получаются очень нежными и несухими. В дополнительной пропитке не нуждаются. Для крема взбейте сливочный сыр с размягченным маслом, арахисовой пастой и молочной карамелью до однородности. Разрежьте оба коржа пополам и смажьте каждый пласт кремом. Верхний корж не смазывайте. Для глазури растопите плитку молочного шоколада, поломав ее на мелкие кусочки и добавив сливочное масло. Удобно растапливать шоколад в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, перемешивая каждый раз. Полейте торт глазурью, украсьте и уберите в холодильник хотя бы на пару часов. Приятного чаепития!